Житель села Петрокаменское в четвертый раз покорил Канжак. 42 километра горного марафона Евгений Марков преодолел за 2 часа 55 минут 9 секунд и установил новый рекорд соревнований. Тагильчане в топ-10 войти не смогли. Студент Нижнетагильского социально-педагогического института Федор Верняковский стал 14-м, сотрудник Евраз НТМК Петр Медведев – 31-м. Всего в забеге на самую высокую гору в Свердловской области приняли участие более 1000 человек из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Томска, Новосибирска, Самары и других городов России.